В округе прошел митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. На Октябрьском проспекте у памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны афганской войны, матери и вдовы погибших в локальных конфликтах, ученики образовательных учреждений. Много горя и страданий принесли нашему народу 9 лет и 51 день жестоких сражений в чужом краю. Михаил Набокин в 1980 году служил в медико-санитарном батальоне в Литовской ССР, прошел подготовку на курсах санинструкторов и был направлен в Афганистан. После первых выстрелов, трассеров, обстрелов, конечно, было жутковато. Самое основное, это было, конечно, жутко, когда попадали, сопровождая колонны, попадали под обстрелы. Здесь, конечно, было все. И страх, и боязнь, то, что погибнуть можно. Наши воины выполняли солдатскую миссию достойно и с честью. Согласно официальным данным, военные службы в Афганистане проходили более 620 тысяч советских солдат и офицеров. 14 тысяч погибли. Среди них 28 люберчан. Прежде всего, конечно, это День памяти. День памяти о тех ребятах, о тех мужчинах. Там были и солдаты, и офицеры, и прапорщики, которые погибли. Я всем хотел бы пожелать здоровья, благополучия. Еще раз Царство Небесное, кто ушел, потерял жизнь в Афганистане. Минуты молчания почтили память погибших воинов-интернационалистов. В округе сегодня проживают около 900 участников афганских событий. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.